Друзья, всем привет, это Илья, компания Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий. Мы регистрируем наш сайт www.migrant.media для того, чтобы получить удостоверение журналиста, вступить в Союз журналистов России и беспрепятственно оказываться в тех местах, куда обычных людей не допускают. Это могут быть разные отделения полиции, там, МВД, управление собственной безопасностью, прокуратуры. В том числе мы можем ездить и оказываться на оппозиционных мероприятиях в других странах, там, в Бишкеке, в Узбекистане и так далее. То есть мы сейчас своего рода хотим себя обезопасить. Для этого получаем ряд необходимых документов. Мы уже зарегистрировали наш новый домен, который будет официально СМИ. Это, еще раз повторю, www.migrant.media. Вот пакет документов, заявление. Я сейчас в очереди жду консультацию по подаче документов. Ну и в течение 30 дней мы получим то, что нам нужно, и сможем спокойно реализовывать свои права журналистов для сбора материалов по кейсам на убежище в том числе. Вот. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты. Всего доброго, пока.